Знаете, какие внутренние ограничители работают, чтобы вот и сказать пупсики, чтобы... Спасибо! Но нет, я теперь с Нового года не... все, зачастил, с пупсиками надо сделать перекур, поэтому пупсиков пока больше не будет. Я думаю, что-нибудь новое, я вам обещаю. Как обстановочка? Следующая песня, смотрите. Следующая песня, в принципе, исполнялась вживую два раза. Или один. СНД. Один вообще в Москве, а в Питере был. По-моему, в общем, либо один, либо два раза. Это была Москва и Санкт-Петербург. И... Но до сих пор является одной из моих любимых песен в творчестве группы Good Times. Она называется «Мне хватает». Надеюсь, кто-нибудь ее слышал. Yeah.
Кстати, ровно с этой песни я начал замечать, что юмор группы Гунтай.